Еще вот здесь вот чатик для переписывания с соперником. Можно писать что угодно. И есть кнопочка «Скрыть чат», если вы не хотите видеть, что вам пишет тот или иной соперник. И вот здесь внизу справа есть кнопочка, но это для общения в онлайн-лобби. Вот если вы в лобби зарегистрировались, лобби — это игровой сервер, в этом случае вы сможете поглядывать во время игры, что там творится, и здесь будут... циферка появляться, если вам кто-то что-то написал. Если раньше во время игры... Кстати, по поводу игры, если вы хотите переписываться с соперником во время игры, для этого нужно нажимать клавишу Tab слева на клавиатуре, пишите сообщение и нажимаете Enter. Таким образом сообщение. Ну и раньше по старинке там через F2 можно было всякие сообщения посылать и так далее, но сейчас все это дело изменили.